Привет всем! Снова Инна. Сегодня с Евой вместе едем по грибы на осенние лисички. Так, у нас тут река Дал-Алвен, как-то так называется. И вот эта вот красная горка, это для водных лыж. Прикольно, да? Окей. О, you're like ninja. Ninja Eva. The guide. Yeah, we can walk. So what's this road? Where does it lead? Upplandsleden. Oh. Upplandsleden. It's interesting. Only a few walk meters of walking and already Amanita muscaria. What else do we have? Ooh, who are these? Let's see. О, these are those oily mushrooms. У нас тут еще мухоморчики. Аманитас. О, oh, you can have it. I have, look what I found. I found my mushrooms. Bye-bye, rheumatism. О. Окей. Oops. Got it with a leg. I shouldn't have. Так, прошлась я тут немножечко, и вот у нас лисички. Oh, I also have. Yeah. Okay. Лисички. Сейчас будем собирать. Так, мы нашли осенние лисички. Они вот такие выглядят, как трубочки. Вот. А там, вон, люди, шпионы ходят. Поэтому мы тут притаились. Тихо складываем. Ooh, a lot. A lot of autumn cantrells. Так, пока мы идем на фику, по-русски это наше чаепитие, у нас вот, кого я нашла по пути, ножка твердая, плотная, головка тоже хорошая. Какой чистенький, красивенький. Будем брать. Так, тут у нас всякие белые, подберезовики, подосиновики. У нас есть осенние лисички. У нас есть куча мухоморчиков для бальзамчиков. Есть лисички обычные. Есть еще лисички. What is here? О, еще лисички. Вот у нас их сколько. И сейчас у нас будет мини-фика. Ой! О! Наш пирог превратился в интересный десерт. Should be delicious. Смотрите, какого большого друга мы нашли. Но он уже это мягенький. Брать не будем, но такой здоровый. Вон у меня рука, и он больше моей руки. Окей, гигант. Этот вообще просто, смотрите, две руки. Two hands. Why didn't we come earlier? Huge one. Big brother. Небольшой привал, тишина, птички, речка. Все как мы любим. Так, тут вот еще лисички прячутся. И вот там вот. Где-то вот там вот. Какой-то похоже на белый гриб. Сейчас посмотрим. Давайте. Где он тут? Может белый? Ой, а может и не белый? Не, не белый. Ну вот тут юбочка. А ну-ка сейчас посмотрим, что там внизу под шляпкой. Так, не вижу, пластинки или губки? Не видно. Давайте посмотрим. О, это масленок. Ладно, маслятки. Красавцы. И вот там вот еще один масленок растет. Да? Вернемся к лисичкам. Конечно, великанов в этом лесу много. Это вот подберезовик
здоровый опять какой. Вон с мою руку, но он довольно-таки плотный. Не так, как в других лесах, в которых я была. Вот тут береза, вот там тоже березоньки. Так что красиво. Так, а тут у нас тоже какой красавчик. Мы с него даже вон листики чуть-чуть снимем. О, красотуля. Упругий, плотненький. Сейчас мы его будем брать. Ну-ка, крутанем. О, какая чистенькая шляпка у него. Красота. Good pick. И как раз вот слизнячок. Помните, я говорила, что они любят их кушать? Где слизнячки, там у нас хорошие грибочки. Пока ходила, смотрите, какие два больших красивых мухомора. Вот они тут разрослись, красавчики. Где у них тут юбочка вот там? Красавцы какие. Так, спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, если какие-то познали грибочки. До новых встреч,